Всем привет, ребята! Вы на канале Vivi Rulin. Сегодня я хочу вам в видео показать, что я ем в течение дня. Я спрашивала в Инстаграме, и вы сказали, что вам будет интересно это видео. Особенно ем на завтрак хлопья, но редко. Я беру молоко холодное и беру хлопья. Засыпаю все в тарелку и заливаю молоком. Размешиваю, и завтрак готов. И здорово, что я его сама могу приготовить. Я их люблю сразу есть, потому что они еще хрустят. Второй вариант – это омлет. Но омлет я уже не сама готовлю. Мне готовит мама его, либо папа. Ну, а так как всегда взбиваются яйца, она добавляется лук и другие овощи, которые вы любите. Я еще омлет люблю с красной рыбкой. На обед я обычно ем суп. Но я не люблю суп с мясом, поэтому это всегда суп либо с крупой какой-то, либо просто овощной. Летом я люблю очень шейк холодненький. Я туда ложу мороженое, молоко и клубнику. Потом это все взбивается. И выходит такой вкусный шейк с пенкой. Я наливаю его в красивый стакан. Он у меня с кактусом. Могу взять какой-то пирог домашний и наслаждаться. Еще я летом очень люблю смузи с ягодами. Я туда добавляю ягоды, банан и миндальное молоко. И все это взбиваю. Можно разные ягоды ложить, не только те, которые я положила. Это так вкусно получилось, поэтому и папе дам. И сладкое я люблю вот такие желейные мишки. И вот такие вафельки. Они бывают с какао и с ванилью. Ну, наверное, еще с чем-то, но я пробовала такие и с ванилью. Это такой мишка-валерка. Он сделан из сока, он натуральный и он не вредный. Смотрите. Я так, он вот тут. А скоро будет вот тут. Я больше всего люблю ужин, и у меня на ужин пельмени. На ужин я очень люблю пельмени. Но это не значит, что я каждый день ем пельмени. Эти пельмешки домашние, вкусные, с индейкой. Надеюсь, вам понравилось это видео. Поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока, до следующего видео.